В очередной раз золотая копилка Брещины пополнилась новыми наградами. Домой после соревнований чемпионата мира по армрестлингу вернулся знаменитый брещанин, талантливый спортсмен и целеустремленный человек Виктор Братченя. Конечно же, это груз ответственности, потому что я всегда максималист, то есть задаю сам высокую планку, то есть я говорю, я еду за золотыми медалями. То есть если ты говоришь, за свои слова надо отвечать. То есть психологически себя подготавливаешь на тяжелую работу, и чтобы показать максимальный результат. Как всегда, на открытый диалог с 12-кратным чемпионом были приглашены не только журналисты. Среди участников встречи и будущие олимпийские звезды, начинающие спортсмены Брещины, которые пусть пока еще и не имеют за спиной высоких титулов и званий, однако у них уже есть большое желание трудиться и стремиться быть лучшими. А это первый шаг на пути к большим горизонтам. Если дети, которые занимаются спортом, не знают, к чему они стремятся, то, наверное, неправильному что-то делают. В первую очередь, пропаганда здорового образа жизни и максимальное привлечение населения к здоровому образу жизни, к занятиям спортом. Я максимально работаю на результат и постепенно иду к своей цели. Это как лестница. Если ты оступился, то придется начинать все заново. Эта мысль часто звучит во время пресс-конференции с журналистами из уст Виктора Братчени. И за свои слова он действительно отвечает и публично признается. Мечта, конечно же, иметь в копилке 20 наград высшего достоинства. И для этого есть все шансы. Сегодня идут активные дискуссии вокруг вопроса о включении армрестлинга в программу Паралимпийских игр 2024 года. Если все решится положительно, то у Виктора Братчени есть возможность поучаствовать в этих соревнованиях либо в качестве спортсмена, либо в качестве тренера.